Я первый, дядь, выходи из игры. Я даже в какой-то момент очканул, что что-то могло пойти не так. Как будто. Ну что, давайте с Узиком разыграем. Есть интерес катку с Узиком устроить? Ну, такое себе. Это надо расстояние правильно выбирать для сражения, потому что, ну, ты же не полезешь с Узиком, грубо говоря, в лонг файт какой-то. Да и ДМР-ку тогда надо иметь с собой. С Узиком иметь СР-ку — это такое себе, честно говоря. Йо, собаки, Наруто Узумаки. Еще там что-то, я будущий Хакаги. Я чувствую себя крутышом. Ты в смысле? Ты что там с леса стреляешь? Эй, дед. Что? Дед! А ну падай. Что? Что за хуйня, чат? Что дед не падает? Что за бред, блядь? Сейчас ты упадешь, ты со мной так не разговаривай. Сейчас ты упадешь тут, в чате прям. Жестко я его, да? Сори, бро, это шутка просто. Если вдруг тебе показался грубым, прям. Ну ты тоже там в чате не мороси, да? Нахи, делай, брат. Я делаю. Надо найти этот, вот эту вставку жопную на УЗИК, чтобы все было четко. Привет, Макич. Привет. Здравствуй, Гидра 999. Спасибо за 2 месяца саба. 2-й месяц самый важный. Откидывайся на спинку кресла и кайф. Спасибо тебе большое. М-
Маки, челлендж есть или... Да я не прочел сообщение про какой челлендж. Нет, челлендж обычно в донаты предлагают, как бы. И поэтому я не готов сейчас вычитывать, я в катке. Если в донат закинешь, ну, челлендж, то я тогда смогу во время катки. А так надо, да, между катками написать. Потому что, ну, во время катки я рандомные сообщения выклевываю из чата. Во время катки, когда идет сам бой, да, мне не получается. Вот в перерывах я уже вроде как плюс-минус все читаю. Про донат где делать, подскажи. В смысле, про донат где делать? А как ты? Ты же челлендж предлагал, как ты собирался, ну, типа, награду выдать, если ты не знаешь, где дом, а? Я прям зачистил беднягу. Я поджег его еще, этого джентльмена. Лерка, за что? Зачем ты удалила? Не трогай сообщение, блядь. Что за какая-то излишняя модерация? Не надо. О, черта. Это слово нельзя использовать, если им оскорбляют. Если человек пишет про себя или это в нормальном плане употребляется, это не надо трогать. Пожалуйста, блять, модерация, не надо перестраховываться, блять. Перестаньте мутить людей по всякой хуйне. Что такое, бля, а что там? Нет, там мут на секунду удалено сообщение. Какая разница? Мут на секунду или удалить сообщение? Это одно и то же. У, бля, ты бы. У нас, ну, модерация хочет как лучше, она на всякий случай вот эти вещи, она, ну, как бы следит за ними, да. Но что-то я такой иногда думаю, типа, давай так, то, что сказано на стриме, воспринимается в 50 раз острее, чем то, что написано в чате. В чате может и запретка иногда проскочить, ничего страшного не будет, если она, ну, нет, если это не постоянно. Поэтому такие вещи, ну, типа, не удаляйте. Похуй вообще. Это, блядь, реально какая-то, ну, какая-то нездоровая хуйня. Давайте выгоним какого-нибудь модера. Мы и тебя сейчас выгоним. Делаем тебя модером, блядь. Крыса!
За ваше здоровье и за ваше тоже. За чат без модерского произвола. Я так и не нашел этого упора в плечо для УЗИка. Очень плохо. У меня этот, знаете, не комплект УЗИка. Братишка, ты что, растерялся? Нельзя так долго лутаться, ну, тем более в белом, блять. В белом плаще, ебать, стоит, лутается полчаса. Чел, ты чё? Ты чё, блядь, ты же умрёшь так. Вот так, стоишь, лутаешь, тебя ж так убьют. Да, ну ты даёшь, конечно. Я бы это, конечно, как ты... Я бы так не лутался, да. Нету на УЗИК? На УЗИК, пожалуйста. На УЗИК? Можно мне на УЗИК? Спонтанное желание раскатать катку с УЗИКом вот возникло. А УЗИК не в комплекте. Палку на УЗИК мне можно? Нельзя. Ладно. Дима, отвлекись на одну секунду, как донат чиди. Да отстань от меня, дядь, топ-13, какой отвлекись? Ты шо, восклицательный знак донат? Или в этот, ссылка в описании. Ты шо, первый раз зашел вообще кому бы то ни было на стрим? Вообще, смотри, дело такое, если не знаешь, как донатить, значит оно тебе нахуй не надо. Обычно это вот так работает. Обычно это работает вот так. Ну, как я это представляю. Вообще у нас есть, если написать в соцсети на донат, выйдет ссылочка, и вот по ней можно поддержать. Слушай, а ты вот предлагал челлендж в чате, да? Челлендж? Подразумевает награду. Вот смотри, ты не разобрался в донатах, но ты предлагаешь мне челлендж за награду. Как ты собирался потом вот, ну, типа, награду выдать, если ты не разобрался, как донатить? Вот как? Это не совсем правильно, мне кажется, так делать. При всем уважении. Ты понимаешь, что там по почте, там по номеру телефона и прочее, прочее. Наличкой? Давай пересечемся, чё. Я
Блять, если катка на YouTube попадет, начнется. Знаете, что будет? Какой-нибудь Абобус, блять. Аблоблус. Скажет, блять, эти стримеры вообще нахуй зажрались. Высмеивает чувака, который спросил, как донатить. Ему деньги предлагают, а он человека высмеивает. О, я вам базарю, найдется такое ебло. Вот прям вот 100 баллов. Такое ебло будет. Ну, теперь-то после того, как я сказал, точно будет. Ни одно. Так, знаете что? Можно вообще медицинскую супку взять. Фу-фу-фу. Фига там надо куда пилить аж. Так, все, минус чат, плюс игра. Надо каточку добить, чтобы сузиком выложить. О, сука, так и знал, крысы, блядь, что вы на каждом шагу здесь. Фу, блядь. И сел прям под мусор, прям знает, где его местечко, знает, где, блядь, его место. Сел прям под мусором. Сел расслабиться, блядь. В домашней обстановочке. Бля, чат, еще 5 челов где-то. Где-то еще 5 челов. Какой-то раздраженный сегодня Димка, да не, ни в коем случае не раздраженный. Ну, вроде бы даже и граната долетит. На самом деле, смотря как бросить.
Блять, ну вот как это не голова? Что это за чушь, чат? Я не понимаю, у меня два шота просто в голову вот в этой катке просто не зашло. Грена, Наруто. У него ник на... А, Наута. Наутио. That's what I'm talking about. Узик. Оружие для якудзы. Это еще без заднего упора. Задним упором было бы вообще шикарно. Ауф. Hello. Hey for good game. Hello. Thank you so very much for $1. И тоже хорошего вечера вам желаю, товарищ. Вот, спасибо большое. Ух, прикольно, прикольно. Все-таки каточка есть, есть каточка. С узиком, с человечком, который сидит под мусором. Бля, я на превьюхе сделал вот такого мусорного чела, который вот так в мусоре просто сидит. Как помните этот, лицо со шрамом, вот как он сидел в этом. У него кокса было дохера перед ним. Вот так же чувака, у которого мусора просто дохера. Вот и мусорные мешки вот эти вонючие. Вот, так же его надо будет изобразить. И что к нему УЗИК приставили. Самое то. Кайф. Ау. Ау. Вообще, в принципе, можно, конечно, и в СП тогда, ну, собственно, на такой кобыле подъехать.